Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о картонном «Ламборгини» и «Субару» на бобслейной трассе. Мы часто слышим о том, что какой-то товарищ где-то на краю земли скопировал очередной суперкар. Ясное дело, что подобные автомобили не каждый может себе позволить, а мечту нужно реализовывать. В дело идет эпоксидка, монтажная пена, кровельное железо. В качестве двигателя может быть вообще все, что угодно. Вот, например, один китаец пытался поставить на учет самоделку с двигателем от мопеда. Стоит отметить, что собрал он копию Bugatti Veyron. Полицейские труд доморощенного инженера не оценили и номера не выдали. Но сейчас не об этом. Похоже, что всех переплюнул житель Тайваня. Он построил копию спорткара Lamborghini Aventador. Да не простую, а картонную. Автору удалось воссоздать не только внешний облик автомобиля, но и сложные элементы, такие как задний спойлер или детали салона. Ездить по понятным причинам это нечто не умеет. Предназначено оно совсем для других целей. Тайванец сделал Aventador для того, чтобы его сжечь. Дело в том, что на Тайване есть день поминовения усопших. Все, что в этот день будет сожжено на могилах, автоматически отправляется на небеса, где предстает в первоначальном виде. Исходя из этого, кто-то в лучшем из миров получит желтый итальянский спорткар. В Subaru работают особенные люди. Не только потому, что они фанатично преданы своей марке и оппозитным двигателям. Они еще постоянно находят способ показать свои автомобили с оригинальной стороны. Британского раллиста и каскадера Марка Хиггинса попросили приехать в швейцарский Санкт-Мориц. Как известно, здесь располагается одна из самых известных в мире бобслейных трасс. Позвали не на санках кататься, а на Subaru Wirex STI. Причем кататься нужно было именно по трассе, сразу после того, как закончат бобслеисты. Автомобиль оснастили усиленным каркасом безопасности, сняли боковые зеркала и обули в ледовые шипы. При всей странности эксперимента его можно считать удавшимся. Хиггинсу удалось преодолеть трассу. Правда, пару раз об ее стенки он машину все-таки приложил. Осталось понять, зачем это было нужно. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».